чувствуете? С той ночи в больнице, мне кажется, что за мной кто-то постоянно следит. Помоги! Это ее новый парень. Он странный. Извини, если напугал тебя. Ты о чем? Я что-то видел. Что тебе нужно? Я не понимаю, что происходит. Забудь. Ты единственный, кто понимает. Если есть способности, установи контакт. Ты можешь? Я предупреждала. Держись от него подальше. Мать? На этом все. Я не могу. Иди сюда. Паранойя.